Всем доброго летнего утра. Утро у нас раннее. День предполагает быть солнечным, очень жарким. У нас сейчас жарко, в принципе, около 30 градусов, хотя было больше 30. Ну вот, мой конфетти триколор просто демонстрирует, как он прекрасно дал мне новую почку. Тут уже 3 новых листика и 4-й на подходе, но просто не видно. Буду его черенковать, чтобы вместе с этим все это посадить в один горшочек. Это я из стакана с водой пересадила в стакан с грунтом. Вот так вот. Очень красивые листы на нем. Все по сорту. Вообще отлично выглядит. Обожаю этот сингониум. Очень красивый. А это моя бабочка, которая себя очень плохо вела. Но она тоже разрослась. Но, ой, простите, снимаю все с телефона. Это все никак не отвалится листик. Я их не отрезаю, пока они сами не отвалятся, не отсохнут, чтобы не травмировать растения. Вот он себя вот так вот ведет. Это старые черенки. Они тоже дали новые листики. В общем, будет очень красивый, пушистый. Ну, надеюсь, во всяком случае, на это. Это мой минарум. Он же Lime Fiddle. Он же... Что там? Камуфляж? Да, камуфляж. Вот я все это в кучу посадила. В один горшок. Вот так вот выглядит у меня. И вот здесь предполагает быть уже, наверное, более крупный листик. Но все-таки мне надо будет его пересаживать более горшочек такой большой. Если как лучше поболя того, который сейчас есть. Я, конечно, сделала глупость, что просто взяла из стаканчика, вынула и подсадила. Надо было его немножко разделить. Ну, ладно, разберемся с этим совсем. Ну, а это вот Pink Flexit. Какой-то мелковатый лист. Этот вообще стал сильно розовым. Это мне тоже не очень нравится. Чтобы он не ушел в розовый цвет. Такое бывает. Ну, надеюсь, будут выдавать крупные листы. Потом также буду черенковать и сажать в один горшочек, чтобы был более пушистый. Ах, да. Сейчас. Секундочку. Это мой сингониум Т27. Это он у меня стоял на подоконнике. Ну, конечно, все никак тоже мне не выдаст. Ой, ой-ой-ой, чтобы не завалить тут никого. Никак не выдаст мне большой лист по сорту, но все равно прекрасно себя ведет. Очень красиво. Листы такие, ну, не маленькие, конечно, но это все равно еще и винильные листы. Буду ждать взрослый. Очень жду. Вот это как бы поболя отростит, вернее, новый листик выдает. Посмотрим. Будем надеяться, что хотя бы к концу лета он что-то мне выдал. Так, здесь у нас вот на полу. Так, как бы тут я поставила для полива, я вчера не поливала. Это вот очеренкованная Marble Queen. Вот такие вот листы крупные уже выдают. Ну, будем что-то решать. Думаю, все-таки рассадить, чтобы крупные листы пошли на опору, а мелочи я буду рассаживать, наверное, в один горшок и отнесу на работу. Так. Так вот, на полу я поставлю, там она будет поливаться в более глубокой посудине. Ну, собственно говоря, все, что я хотела показать, хотя там уже на подоконнике у меня выдают новые листы, мои вновь приобретенные сингониумы.
Эпипремнумы. Ну, не хочу, я сейчас до них не доберусь. Их надо будет просто в следующий раз вынуть оттуда. Именно вынуть, потому что в своих дебрях, которые вот помещаются на одном небольшом столе. Я их размещаю здесь потому, что это самая светлая комната, юго-западное, юго-восточное окно, поэтому им тут очень хорошо. Остальные по другим подоконникам, в других комнатах, на столах стоят поближе к окну и свету. Ну, собственно говоря, это все. Всем хорошего настроения, прекрасного летнего, хорошего дня, солнечного, благополучия, любви, исполнения желаний. Всем пока-пока.